Как отмечают сотрудники Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте, чаще всего пассажиры поездов обращаются по вопросам пропажи вещей и агрессивного поведения попутчиков. Сами пассажиры больше обеспокоены последним, ведь чтобы избежать краж, достаточно не оставлять вещи без присмотра. А вот какие попадутся соседи, всегда загадка. Особенно переживают те, кто едут с детьми. Бывали всякие, нетрезвые, по крайней мере. В основном нетрезвые, конечно, начинают. А если еще едут не одни, там, и горлопанят громко что-нибудь, и ночью не дают спать там. Опасности, я думаю, что люди, которые встречаются, бывает, да, в той или иной степени невоспитанные. В случае, если сосед вас беспокоит, можно обратиться к начальнику поезда, либо к сотруднику транспортной полиции, который поможет усмирить буйного попутчика. А если не получится, снять с поезда нерадивого пассажира. Еще одна проблема – потеря детей на многолюдных вокзалах. В этом случае главное действовать быстро и без паники. Если пассажирам, то сразу обращаться к дежурному по вокзалу. Даже у нас транспорт безопасности, который сразу находит ребенка, они по видеокамерам смотрят, куда взрослый ушел или что-то. С начала сезона отпусков меры безопасности усилили. В рамках федеральной акции «Деструктивный пассажир» в поездах увеличили количество полицейских. Юлия Адамова, Олег Тоньшин, Управда ТВ.